Анонс и дата выхода нового 4-серийного сериала «Мой ласковый враг». Премьера нового сериала состоится весной на канале «Домашний». Анастасия оканчивает исторический факультет в Великом Новгороде, где подрабатывает экскурсоводом. Девушка собирается выйти замуж за возлюбленного парня Евгения, который получает долгожданное предложение о работе в Питере. Пара планирует свадьбу и рассчитывает на счастливое будущее, но случается трагедия в ее семье. Родители разбиваются на автомобиле в автокатастрофе, что рушит планы молодоженов. Женя поддерживает любимую и помогает с похоронами, а затем отправляется в другой город, боясь потерять прекрасную возможность. Настя вынуждена остаться наедине с проблемами, не имея мыслей, чтобы бросить младшего брата и семейный бизнес. Она никогда не касалась отеля, расположенного на окраине и требующего ответственного подхода. Брошенная на произвол судьбы, Настя пытается справиться со сложными моментами, но ситуация только усложняется. Премьера сериала состоится весной на «Домашнем». Если вам нравятся сериалы и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.